Всех здравствуйте, с вами Камиль, и мы продолжаем прохождение Cyberpunk 2077. В прошлой серии мы выполнили пару заказов, нашли интересный смарт-пистолет с искусственным интеллектом по имени Скиппи. Но, честно говоря, он у меня симпатии не вызывает, потому как он выполнил. Поэтому я его убрал подальше и взял себе обратно моего чувака. Зато, кстати, мы получили пацифиста за это задание. Удивительно. Кто? Кто? Я кого-то видел. Это был точно бандит. Ладно, вроде никого. Забираем награду. А, стоп. На той стороне улицы. Прекрасно. Да хорош, блин, я нажал на, и на тормоз, и на ручной тормоз. И я все равно врезался. Пролез. Едем дальше. У нас тут рядом еще один заказ. С тем под боком. Врум-врум. Тут опять бойню рекламируют. Где? Они все носят вещи с геометрическими узорами. Небольшие аксессуары, но не очень много. И один, максимум три цвета. Меньше значит больше. Так вроде говорят. В этом весь неомилитаризм. Ага, точно. Как в каталоге Джингуджи. Юбки-карандаши, асимметричные пиджаки, четкие линии. На рынке продают неплохие подделки. Я сама видела. Я тоже. Но это все не то. Оригиналы это совсем другое. Они чуть ли не светятся. Верно, верно. Но если нет того, что... Густава Орта и Марта Фрейкс. Это такие Ромео и Джульетта из Виста Дель Рей. Прекрасно выглядит. Ты знаешь такие истории. Ну да. У них обычно плохой конец. Марта впала в кому, а ее отец... А, то, что мы слышали, записи, да, Густава. Из бара. Посмотри подробности в письме и постарайся разобраться побыстрее. Отец обратился к падре. Читаем. В нашем мире действуют определенные законы. Они не появились из ниоткуда, а родились из крови и ошибок наших предшественников. Эти законы призваны оберегать нас. Но молодежь этого не понимает. Им кажется, что их это не касается, что именно им удастся обмануть судьбу. Марти Фрейкс тоже казалось, что ее ничего не касается. Теперь лежит в коме с простреленной головой. Так улицы наказали ее за предательство своей семьи. Она отвернулась от собственного отца, Ноуна Фрейкса, и приняла сторону его врага, Густава Орты. Однако Ноуну все равно, что говорят улицы. Он считает, что во всем виноват Орта. Он хочет отомстить, и мы должны исполнить его волю. В конце концов, он платит. Езжай на квартиру Густава и займись им. Свою личность удостоверять не придется, мой нетранер уже расчистил тебе путь. Добавлю только, что Орта с Валентина, а Фрейк с 6-й улицы. Будь начеку. Ой, Фрейк с 6-я улица, насколько я знаю, они вообще конченые мрази почти все поголовно. И если Валентина, ну, кто-то может проявлять позитивные черты, то... Конечно, правда, я Валентина геноцидил, ну, не вот, не суть важно. То вот... 6-я улица — это жопа полная. Кто такие? Валентина? Вымогательство, причинение тяжкого вреда здоровью, клевета, причинение тяжкого вреда здоровью. Прекрасный рассказ, чувак, я почти прошел мимо, понимаешь? Почти. Еще один был за спиной. Проявляется. Все, 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 вырубайте музыку. Все мертвы. Кто мог подумать, что за нашей спиной там еще ничего чела сидит. Эх. Поехали. Скрыто не получилось, падре, простите. У тебя здание, конечно, плевое. Гарина. Сангинарио, еще извиняюсь. Кто? Шителя там. Гангстерша. Нападение, произведение книг моментов, платы. Хранение платы долга. Ну, в принципе, не страшная дама. Убийство. То можно кончить. Масса убийства, этого точно можно кончить.
Такс, а давайте... А, у нас нет левела, да? Можно сделать как-нибудь так, вот такой шок и плавление симпсов. Это убьет его? Он не убивает. Ух ты, как ему весело. Ты, кстати, кто такой? Гангстер? Да пофиг. Красиво не можем. Что здесь у нас? О, компоненты. Прекрасно. Что? Его рубаксы. Меня, кстати, потеряли внезапно. Кто такой? Мачо! Да пофиг, убиваем всех. Если нет, то быстро он из города не сбежит. Кто не сбежит из города? Подскажете? Ребятки. На, тебя не выключил? Такое бывает. Да, он как раз хотел выключить, да? Просто вырубить. Спрямутить, утец. Да, живая. Может быть. Пофиг. Кто? С того рта? Да кровь брызнула. Я же его не убил еще? Пока не убил. Прочитать. Устава, есть проблема? Ты же слышал, шестые. Что шестые? Надо их найти как следует поблагодарить. Я хорошо оплачу. Я причем не могу выписывать на это своих. Тем более ты когда-то был мастером такое. Или я ошибся? О, Коруба, это же, которого мы вырубили. Соло бывший. Нет, суть в том, что вы... Суть в том, что был. Ты что, меня проверяешь? Удваиваю оплату. Удвоенная оплата от нуля будет ноль. Ищешь наемников для войнушки с шестой улицы? Ты не по адресу. Мне кажется, убивать девушку из-за того, что она ушла из семьи, это не совсем правильно. То есть, если об этом, она об этом пожалеет, она об этом пожалеет. А... Шестая улица реально больные. То есть, ее батя сам дал указ, чтобы ее пристрелили. И сам он при этом обвиняет этого чувака. Черт. 7-9-7-а. 1-C-1-C-1-C. Ну-ка. 1-C-1-C-1-C. 7-а. 1C, 1C, 1C. 7A. Нет. 7A, E9. 7A. А, E9, 7A, 7A. Так. Что, он типа на позволяет? Но только завалить его можно. Завалить, но давать его что улицы, мне кажется, как-то неправильно. Кайкен. Уровень 4. Можно мне выбрать, ребятки? Я бы хотел выбрать. Я бы что улицу лучше завалил. Как называется этот заказ? Давайте погуглю. Густава Орты. Да, я загуглю. Потому что если меня не будет выбора, я лучше его убью здесь. Я тут шестая улица превратит его в фарш. Точно, здесь третий вариант, мы можем с ним поговорить. Давайте грузиться, чтобы поговорить.
Ровно придется никого не убивать в таком случае, я думаю. Тогда, может быть, с нами можно будет поговорить. С ним. И тогда мы узнаем его версию событий. Как бы мы правильно думаем с вами, я думаю. Что, скорее всего, девушку убил ее же отец. Конченая мразь, и как бы... Это доказывает тот факт, что он с шестой улицы. Посмотрим. Просто как поговорить с Густаво, если... А, надо будет залезть наверх, и, может быть, если... Кто там? Мне нужен Густаво. Кто? Ты адресом ошибся? Окей, да, ошибся. Сорян. Прям плюхим. Потому что мы не благотворительная контора, Ману. Не паникуй и режь. Ахиллово сухожилие, такое большое над пяркой. Может, это его научит платить долги вовремя? А если нет, то быстро он из города не сбежит. Присядем, на всякий случай народ отметим, потому что Рут придется с ними сражаться. Блин, тут особо никого не отмечешь, да? Мы себе продлили прохождение миссии, но да ладно. Окей, фиг с ним. Сергеймчик. Густаво, ты? Убийство, клевета. Ну, как бы нехороший человек явно, но давайте послушаем. Мерда? Ты тут откуда? Пошел поговорить. Я от Нолана Фрейкса. Бля, стоило ожидать. Любящий папа, от которого она пыталась сбежать, даже теперь ее отпустить не может. Он даже не знает, что произошло. Ну рассказывай, что случилось? Уроды с шестой улицы случились. Засада. Мы возвращались с тусы у Чичикса. Поддатые. Они напали у Беркли-авеню. Я быстро сработал, но... Но... Они стреляли быстрее. Целились в меня, попали в Марту. Вот и вся история. Тебе приказано меня убрать? Ну так делай свое дело! Главное, целься получше, чтоб без лишних жертв. За что шестая улица хочет тебя убрать? Ну, может, просто не любит Валентина? Или у кого-то ко мне личные счеты? У кого-то авторитетного, кто может исполнить или нанять? У Нолана? Он не стал бы рисковать жизнью дочери. Ну да, ну да. Марта оказалась там случайно. А эти из шестой улицы знали, где меня ждать. Расстрельную команду поставили. Так что делай выводы. Ну я не верю, что улица заранее. Я не буду стрелять. Я тебе верю. Что? Что слышал? Но ты должен уехать из города. Уехать? Как? И бросить ее одну? Она лежит в коме и дышит через трубочку, но... Это же моя девочка. Если она выживет, мертвым ты ей никак не пригодишься. Да, наверное. В этом что-то есть. Да, да. Сделаю по-твоему. Спасибо. Ты можешь спокойно уходить. Мои люди тебя не тронут. Окей, спасибо. Только я захочу, пожалуй, тут. Денежки, окей. Хосе и Густаво. Хосе, мне сказали про Марту. Держись, амиго. Мы заказали молебен за ее скорое выздоровление. Молебен? Спасибо. Не знаю, что еще можем сделать для вас. Если мы с парнями понадобимся, обращайся. Один звонок, мы приедем. Но тут, как бы, вот, хочется сказать... некоторую... высказать некоторую претензию к киберпанку. Потому что... Так, давайте быстро ломанем сейчас эту штуку. 7А, БД... БД1С... 7А... потому что... Когда как бы есть мирное решение задания, о нем, ну, лучше писать...
в обозначениях миссии, в параметрах миссии, потому что иначе, вот как я, почему я зашел с ноги-то сразу всех расстреливать начал, потому что я уже привык к тому, что задание не решается мирным путем. Если в Deus Ex ты автоматом каждое задание пытаешься решить сначала мирно и решаешь его мирно в итоге, то здесь, помните, как я в самом начале, еще в квартале Кабуки, перед тем, как зайти в какой-то бар, думал, вот-вот невозможно, может быть, поговорить с бандитами, там, заплатить им долг этого режиссера, чтобы забрать у него его часы какие-то, его вещи, там, что мы забирали, глазные импланты, кажется. И нифига мне не дали это сделать, я просто зашел, мне сразу расстреливать начали, вот просто сходу, не было никакого третьего варианта, их чаще всего нет. А здесь, ну, скажем так, не всем очевидный момент, если бы меня ничего не смущало, я бы и не полез смотреть. Густаво Орта погиб, пал от своей же руки. Как ты это сделал? Хотя знаешь, нет. Расстрел самоубийство? Лучше не говори. Раскрывать собственные секреты – верный способ потерять доверие на улице. Главное, что я получил именно тот результат, который требовался. Закрываю заказ. Да уж, падре. Такое себе. О, разбой рядышком с тем. Поехали на вызов. Включаем Сэнди, развалим всех. Так-то где получается? Господь нас вознаграждает тех, кто прилежно работает. Ты заслужил его милость, Ви. Но время почивать на лаврах еще не пришло. Тебя ждут новые заказы. Спасибо. Давайте быстренько сейчас стреляемся. Наша тема. Милитех? Кантао? Массовое убийство! Офигеть! Еще один сидит, да? Так, ну делай, давайте оглушим, наверное, с половинку из них. Что, больше никого нет? Давайте заброс кинем. Ой-ой-ой, я неправильно сделал. Надо проверить. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Какого черта? Одеты как корпораты. Фига, там стоит 5 уровня или дробовик 5 уровня. Да, это явно корпораты. Сержант, рядом Додж. Сержант, мы обнаружили. Объект длинной волны такой-то находится рядом с нами. Запрашиваю поддержку с воздуха в помощь в установлении координат объекта. Отказано. У меня нет свободных подразделений. Проводите наземное сканирование. Так точно. Перехожу к выполнению задания. Они кого-то искали. У кого? Самый... А, тяжелый автомобиль, который мы читали, мастером такие любят. Соло. Умный дробовик 5 уровня. Не, клево, конечно, но, блин, я убрал с себя пока места тут. Джеспер Динодинович. Ну-ка, почитаем. Блин, я не нажал почитать. Ладно. Где-то мой мотоцикл я там оставил. Какое следующее здание? А вот все рядышком второстепенное. И заказ все рядышком. Джеспер! Твоими! Дина, блин, как же мне страшно! Помоги мне! Дина пишет. Едь сюда, ссылка не существует. Ты пришёшь за мной? Не перегибай палку. Радуйся, что тебе хату дают. Я же тебе предлагал страховку перед налетом, а ты не захотел. Ладно, спасибо. Ну, в общем, одного бандюка накрыли корпораты, но послужной список этих корпоратов, ей-богу, заслуживает уважения. В том плане, что хочется сразу всех убить. Спасибо, спасибо. Да что ты газуешь-то еще сильнее одной? Понимаю, что это страшно, но не настолько же. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что за задание? Как, что Пипи нас обиделся немного.
Но я сделал так постоянно. Что здесь происходит? Киган Келли, полиция. Вот у меня какой-то... Так. Блядские пиджаки. Что там? Найджел Хэмилтон. Здорово. Чего пялишься? Иди своей дорогой. Вы бы полегче. Убьете ведь. Че, пинает его? Ну и убьем. А тебя ебет. Он тебе кто, брат, что ли? Иди-ка ты, а то и тебе достанется. Оставьте его. Значок видишь? Это значит, что я тут власть, а ты заткни пасть. Ой! Я такого! Не-не-не! Я случайно нажал не ту кнопку. Все живы, ребят, все живы. Ну что, свинья, проснись и пой. Ох, бля. Нормально, вот мы дохли с несколько кровищи. Слушай, если бы не ты, бедолага, я бы уже... Вот дохли, реально страшно. Ну, спасибо. Тебя фирма прислала? Не угадал. Так, ты погоди. Тебе что от меня надо-то? Говори правду. За что тебя били? Понятия не имею. Что-то говорили про какую-то шлюху. Какой-то фирт. А когда я спросил, при чем здесь я? Меня начали... Они били его, тоже думали, что он дилер черных фиртов, да? В этом городе реально все конченые. Чтоб вот так на улице полиция и без всякой причины. Ну... Ходи нафиг. Пошел отсюда. Но я не понимаю. Просто так? И ты ничего не хочешь взамен? Ничего. А? Я тебе не верю. Просто вздумалось меня спасти? Типа от чистого сердца? Ну окей, давай деньги. А ты не меряй всех по себе, мразь. Темный переулок. И медок снимать нельзя, да? Я надеюсь, не пропустил никуда. Давайте чисто вот засейвимся сейчас. Я грузанусь, посмотрю. Нет ли там рядышком, как бы... Нет, диалог не заканчивается ли чем-то интересным с ними? То есть, если не заканчивается, то и мы не получаем какой-то новой информации про дилера и, возможно, выхода дальше по квесту, то мы их вырубаем, опять спасаем чувака, базарим и все. Нет, то я нажал вместо... Я хотел V нажать, чтобы подойти, и нажал случайно это. Я нажал случайно двойку и наружу вытащил. Иди своей дорогой. Вы бы полег. Ну и... Оставьте его. Значок видишь? А, понял, это не я был. Все, грузимся обратно. Один фиг они начинают нас шмалять. Ну, конечно, начинаешь шмалять из боевого оружия по человеку, который просто, ну, не дает вам избивать человека. Это немного неправильно. Ну да ладно. Ну да ладно. Кстати, а когда я вообще начал играть, я что-то забыл. 15 назад? Полчаса назад. Прям заказ давайте выполним. На вас сегодня деньги затребует, все он что-то с нас. Не поверил нам, что мы просто помогаем ему. Странный тип. Хотел бы увидеть продолжение этого квеста про темный переулок. Слушай, давайте мы вырубим и обшмонаем, а вдруг он нам врет? Честно, на всякий случай. Че здесь, парень? Ушел. Так, ребятки, спокойно, осторожно. Я еду. Надо этот, кажется, выключить значок, запись запущена, потому что он меня немножко раздражает. Что это такое? Что я вижу? Да, давайте уберу запись запущен. Все. Так, у нас тут кто?
О, Дикий Твистер. Помнится, реклама была, да. И тебе нужно выкрасть кое-какие документы. Это срочно. Посмотри подробности в письме. Как писал Аврелий Августин, у кого здоровый нюх, тот сразу же учует смрад греха. Найти Тита еще испытание, то есть еще испытание для обоняния, ну а Дикий Твистер разит чуть ли не на весь город. Это гей-клуб, где полно мальчишек-стриптизеров со стеклянными глазами, которые за горсть банкнот сделают все, что только пожелаешь. Вонь, которая исходит от этого места, дошла наконец и до генералов полиции. Мне сообщают, что со дня на день там будет облава. Это недобрая весть. Клубом владеет Альфонс, которого все зовут сеньор Ладрильо. Он мужик не глупый, и у него полный компьютер записи из VIP-комнат. Там все, кто хочешь. Политики, преступники, звезды, может даже кто-то из копов. Если полиция получит эти записи, карточный домик Ладрильо рухнет, и район погрузится в хаос. А хаос пока не в наших интересах. Ступай в Дикий Твистер и раздобудь эти записи, прежде чем до них доберутся наши стражи правопорядка. Слава богу, Ладрильо сейчас не в городе, но лучше не откладывать. Пренебрегая помощью свыше, мы осознанно совершаем грех. Ладно. Кто у нас? Валентина? Кто Валентина? Откуда выстрелы? Так, понятно, здесь мы, видимо, не пролезем, правильно? Чего ударился? Чего? А чего разошлись-то, ребята? Я просто прыгнул и упал. Ты куда это? У нас вход платный. Да. Какого отдыха? Я вообще-то пришел вам аппаратуру чинить. Сабвуферы у вас барахлят. Тебя нет в списке. Не, ну если хочешь, можешь позвонить начальнику и уточнить. Но счетчик я уже включаю, так что время – деньги. Ладно, хрен с тобой. Заходи. Ну раз мы уже начали убивать, то... Валите нахрен отсюда! Валите, валите. Игры кончились. Сколько здесь камер, капец? Саулу Капон. В общем, бандосов здесь хватает, целый вагон. Так, запрос кинем. Наверху еще двое минимум, правильно? Еще один там. Туалеты, правильно? Нет, гримерки. Здорово, пацан. О. Лена Доминго, с похищением в стиле корпорации, свойничество, убийство второй степени, избиение госслужащего. Ой. Случайно получилось, честное слово. И посмотри. Ты туда идешь? Ладно. О, еще одна дама. Так, давайте так вот скинем. Шока появления синапсов сразу. Ты кто? А, вот и Ганшес. Теодора Вальдес. Фук, и все. Ты уверен? Ты меня видел?
Сейчас, секундочку. Где мой этот? Где моя снайперка? Комата. Ой, не попал. Да, блин. Наконец-то. Чем ты вышел вообще? Сидел бы у себя. О, прицел. Прекрасно. Помогать тигриный когтей. Развлекался, да, здесь, в этом ноле? Кто? Камеры. Понятно. Прошу, понаем. Извините, я не хотел. Да, все нормально. Ну что, компоненты и евро-доллары. Тес, почему у него было имя? Именной персонаж? Необычный. Понял. Давайте-ка посмотрим. Красные крестики, это, кажется, хорошо. То есть для нас с вами. Это нам наверх нужно или здесь что-то мы кого-то убили? А, мы там синусы сожгли из дамочки одной. Ох, стрельбинут этого уровня, неплохо. Ё-моё, у меня пистолет еще один. Дубинка Альфа. Канегетсу. Модификация снайперки с целевых винтовок. Дает бонусы при попадании в голову. Нифига себе тут. Нифига, Сандристан Зататеха. Но он слабый, конечно, по сравнению с нашим. А это хлеб. Ладно, сюда прыгнуть мы не можем. А где там лестница была? Хорошо, мы сюда заходим, однако. Так, сеть. Ясно. Сообщение. Читай внимательно. А, я читал. Неожиданный взлом. С чего мы начали? 55? 55Е9. 1С. 55Е9. 1С. 1С7. 1С7А. Все. Быстро. Модно. Молодежно. Блин, где лестница? Лестница! А, вот она лестница, точно же. И тут была камера, сколько я помню. Лена и Отис. А что со Стивом? Не пишет, не отвечает. Пошел к нему домой, дверь на цепочке. Соседи уже несколько дней его не видели. А, я помню, что он хотел встретиться с Дзётера. Вроде как он больше платит. Я его предупреждал, что Дзётер долбанутый. С ним надо осторожнее. Слышал что-то такое. Еще бы. Не знаю, что там у них кончилось, но у меня есть подозрение. Зайди, если хочешь поговорить. Окей. Ты живой? Ты у нас будешь жить. Поздравляю. Текс. Здесь у нас где-то... Ты кто такой? Житель Найт-Сити? Ну, здорово. Там мы через стену убили, да, чувака? Киллер, компонент предметов, прелестно. Качаем данные. Потом можем чисто фармить задание с помощью Сандристана, мне кажется. Я кто он и выехал-то? Ну да выехал. Что за бой-то? Ладно, давайте выбираться. Ха! Скин.
Кто это сказал? Я получил файлы из Дики Твистер. Возрадуемся же вместе, ибо заказ выполнен, а тебя ждет заслуженное вознаграждение. Все, уходим. Где шмотик? Понятно, шмотик угнали. Оп. Давайте еще один заказ и будем заканчивать на этом. Вот спецзадание рядышком. Туда поедем. Стой. Погнули. Погнали. Сейчас я сам умный, что ли, блин? Ха. Это даже не смешно. Ваши жалкие полтуги кого-то завалить. Че, еще едете? Здорово. А я могу от пули уворачиваться, получается, да? Ну-ка. Изи! Стой, тело, вернись! Стой! Тело! Что пишут? Да ё-моё! Я жму Т, но я хочу прочитать сообщение, что не так? Я вообще ещё мне интересно, куда это тело докатится. Прекрасно вообще! Так. Боже, право, Ладрини уже узнал, что кто-то интересовался его компьютером. Ты спас карьеру ни одного бравого полицейского, но не рассчитывай, что они спасут твою жизнь. Если до тебя доберутся Валентина. Мой совет, сматывайся быстрее. Да не, пусть приходит. Сэнди, я теперь вообще ничего не боюсь. А, я звук, кстати, да, мне же грант нужно поставить, обычную. В смысле, взрывную. Просто вообще разнос всего. Чего возможно. Нам нужно найти апогей. Тот самый Сандейсан, с которым ходил Дэвид. Факт. Мне кажется, мы сюжетку и большинство зданий выполнять уже реально полностью прокачанными. Какой интересный максимальный уровень? Есть ли он здесь вообще? Я бы не хотел максимальный уровень достигать. Я хотел бы качаться. До тех пор, пока возможно. Потому что если я упрусь в развитие, там, не докачав как бы некоторые ветки до конца, это будет довольно тупо. Поэтому надеюсь, у нас будет бесконечная возможность качаться. Бесконечная. А в чем у нас ведут обход? Видимо, наверх, что ли, надо? Да, блин. Хотел посмотреть, что там перестрелка, отвлекся на карту. Ух. Прекрасно. Рум-рум. Рум-рум. Куда хотите меня вывести? Сюда. Здорово, чуваки. Местная площадь. Ну ладно. Посмотрим так. Как хочешь, чтобы я слез. Да. Ну побежали так. Что-то игра очень странно все это. Возможно, мы должны под мостом пройти, я подозреваю. Как вариант. Может, мы не туда залезли? Надеюсь, я не разобьюсь! Спасибо, система защиты жизни. Я выжил. Здорово, ребятки. Громил из Валентина. Канстер из Валентина. Так, звуковой, давайте звуковой шок плавление синапсов. Страшная смерть, на самом деле. Где там еще были чуваки? Герреро. Много чего интересного рассказывают. Еще один Герреро, да?
Чик. 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 Гильотина. 55 уровня. Все, 5 левел пошел. Там, кажется, 5 плюс-плюс есть, да, уровень? Самый максимальный. То есть нам еще будет что-то интересное давать. Парк красивый. Трудно обрести покой, если тебя все время сторожит демон. О чем ты? Созерцание подобно мгновению покоя в эпицентре урагана. Ты растворяешься. Ничто не связывает тебя с миром. Ты теряешь связь с собой. Тебе нужно очиститься, восстановить равновесие. Я помогу тебе. Садись. Это что, розыгрыш? Ну и где скрытая камера? Ты всегда открыт новому. Почему сейчас боишься? Ну ладно, о чем ты там говорил? О медитации. Типа дзен и все такое. Именно так. Погнали. Ладно, я слушаю. В городе ты теряешь связь с природой. Металл, бетонные ущелья, неоновый свет. Или тех. Грязь и тяжесть города душат тебя. Ну да, с дзеном тут не очень. Иногда нужно замереть, чтобы восстановить связь с самим собой. Все, что тебе нужно, уже у тебя в душе. Нужно лишь знать, где искать. Ты готов? Погоди, мне-то какая выгода? Душевный покой. Ты, наконец, услышишь свой голос, и только свой. У меня, к сожалению, есть еще один голос в голове. На время умолкнут. А можно как-то поконкретнее? Нельзя изгонять себя из собственного сердца. Чего бы не попробовать. Я дам тебе брейн-данс с медитацией для освобождения сознания. И обшпанает он за это время, да? Просто так? Заплати столько, сколько посчитаешь нужным. Вот этого хватит. Хорошо. Основы медитации лучше осваивать под руководством наставника. Приступим. Я буду твоим проводником. Окей. Вспоминаем, как работают брейн-дансы. Я не помню, как работают брейн-дансы. Эта медитация посвящена стихии Земли. Дух природы, мать земля, приветствую тебя. Мы с тобой одной крови, мы с тобой едины. О, мать земля, ты создала меня и других живых существ. Очисти тело мое и дух мой от боли и болезней, от скверны и дурных энергий, принесенных токсичными людьми, мирами и измерениями. Даруй мне волю к жизни. Даруй мне здоровье, юность, мудрость, знание, счастье, восторг, силу и внутренний покой. Мы идем по земле, по зеленому лугу среди цветущей природы. Мы снимаем обувь и ступаем босыми ногами по земле. Мы принимаем ее энергию. В нашем сердце радость и покой, легкость и чистота, лишь светлые помыслы. Мы идем по земле. Бабочка садится на прекрасный цветок. Пчелы собирают нектар. Мы вбираем в себя тепло и негу. Ноги впитывают энергию земли, которая наполняет каждую клеточку нашего тела. Наш дух очищен. Очищен ли? Или очищен от денег? Сколько это долгий брейн-данс? Мы же по факту про него ничего не знаем. Благодарим тебя, мать земля, разумом, телом и душой. Без тебя нет жизни, нет других стихий. По сути, брейн мог быть какой-то безограничитель, нас бы там убило внутри и все. Превратились бы в овощ. Ты где? Да уж, классный трюк.
Просто ушел, мы же были в Брейне. Интересно. Так, пешком есть. Давайте добьем заказ Дина. Кстати, сколько там осталось заказов у самого Дина? Соответственно, 2, да, еще? Так, нам выбраться из парка и вызвать себе наш любимый мотик. Красиво была бы набережная, если бы вода была чистая, а не такая вот. Вообще парк классный, конечно. Очень атмосферно выглядит, очень приятно. Так, мы еще будем устраивать шухер, видимо. Да ладно! А, Торо, да, Сановистан? Только не такой крутой, как у меня, не так ли? Ой-о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 й
Конечно, бойцы ближнего боя — это довольно забавно. Именно они, как ни странно, меня убивают. Хотя они самые безопасные чуваки во вселенной просто. По жизни. У нас кто? Опять Валентина. Массовое убийство, ну, можно как бы заканчивать пляску. Да ладно. Ой, опять все с пятого уровня выпало. Приятно, приятно. Авертюр, смотри, револьвер пятого уровня. Прелестно. Ты что? Аякс пятого уровня? Ууу. Кайф. А мы на нее перемирие не можем поставить, да? Интересно. Окей, окей. Давайте вернем нашу винтовку обратно. Где наша винтовка? Че моя винтовка? Ташура? А где накомата? Вот она. Пошлите дальше воевать. Так, сейвимся. А не забудь про чувака, который будет мимо пробегать, чтобы не умереть случайно. И вообще, зря Сэнди выключил. Я еще потом заряда было 2/3. Тень нам уже забрали, да? А почему нет? Ну-ка, помогите! А, пофиг. Ты самый умный, ты меня зарезал, да? Так вот, красоте. Капком, ой. Пистолет. Я думаю, уже можно пересматривать на самом деле этот Джиранис. О, Максдок теперь с пятой версии, прекрасно. Это предметов. Европаксы. Катана. Лед и работа. Данила, есть работа, просьба от народа. Твари из мэрии хотят выселить людей из Хэнфорда, а дом снести. Я спрашивал, в чем дело. Все следы ведут Call Foods. Хотят поставить там еще один супермаркет. Депутат, которому дали на лапу, пропихнул проект. Зовут его Тим Хатчисон. Возьми пару друзей поговорить с ним. Ясно дело так, что он выжил. Но с трудом. Фатима. Это ты, Тим Хатчисон? Где-то там. То есть зря я им помешал, да? Обидно. Ладно. Это кто? Валентина. Привет, это Синтия, жена Пеппы. Помнишь меня? Помню. Понимаю, что для тебя это был просто очередной заказ. Но моя жизнь в тот день рухнула. Пеппа швырнул меня на улицу. В общем, можешь собой гордиться. Да, неловко вышло. Вопрос только, ты, она ему в итоге рассказала правду или нет? Если не рассказал, то печально. Ну да, да. Считаю, что это фиаско. Я ждал другого совсем. То есть я вообще не думал, что какой-то бэт-энд может быть здесь. Эх. Давайте заберем заказ Дина.
ну, выдвигаться. То есть, да, я не люблю. О, что у нас здесь? Академия Арасаки – лучшая из лучших или лучшая для лучших? Журнал Night City Перспектив уже четвертый год подряд объявляет Академию Арасаки лучшим учебным заведением города. То, что издание получает львиную долю рекламы от этой корпорации, разумеется, никак не влияет на рейтинг. Эксперты на City Perspective утверждают, что образовательная среда, созданная в Академии, не имеет аналогов. С этим утверждением сложно спорить. Каждый ученик занимается по индивидуальной программе, разработанной искусственным интеллектом, а уроки проводятся преимущественно в виртуальной реальности, о чем муниципальным учебным заведениям остается только мечтать. Неудивительно, что родители, не работающие в мегакорпорациях, готовы залезть в любые долги, чтобы отправить своего ребенка в самую престижную школу города. Увы, у инновационных методов есть и изнанка. Учителя поддерживают в Академии атмосферу здорового соперничества, чтобы подготовить учеников к работе в корпорациях, но что скрывается за этими словами? Ожесточенная конкуренция с первого же класса. При составлении рейтинга учитывается процент выпускников, занявших высокие корпоративные должности. Этот почетный показатель не подлежит сомнению, но мы бы предложили учесть и процент отчисленных. Обремененные непосильной нагрузкой дети часто страдают от повышенной тревожности и депрессии, а некоторые даже совершают самоубийство. По загадочному совпадению, среди таких учеников особенно много тех, чьи родители не работают в Арасаке. Спасибо, что прочли этот материал и поддержали независимую журналистику. Больше журналистских расследований читайте в моем блоге. Ваши пожертвования помогут мне оплатить счета за свет и купить очередную банку кофе. Что ж, удачи, парень. Давайте закажем себе наш арч. Оп. Поехали, погнали. Оп. Сейчас, сорян, чувак, я еще поеду. Надо еще, кстати, продаться, тут у нас вагон всего, кажется, при себе. Надо уходить из секторов Валентины, потому что мне уже жалко их убивать, их слишком много. Хотя, конечно, какие параметры по массовому убийству, очевидно, несколько... Да, блин, ой, что мы такой плотный. Несколько снижает градус моего милосердия. Вот. Я начинаю уже чувствовать некоторую вину перед ними, что я выношу, остальных нет. Просто они как бы под руку попались неудачно. Да ладно! За что? В этом районе. Подозрительная активность в городском центре. 204, вас понял. Выезжаем. Так, тихо. Ну что, так и будем сидеть, да? Все, вроде меня потеряли. Ждем. Что мне не понравилось, вот в чем вопрос. Я просто мимо проходил. Не повезло тебе! Не повезло. С кем не перестреливаться? Противник какой-то есть, что ли? Три врага рядом. Лесно. Угроза не обнаружена. Да неужели? Звездочку будете убирать? Или нет? Наконец. Прошло полувека. Давай, снимайся. Спасибо. На из-за того, что просто мимо проехал, они согрелись. Нервные полицейские. Так, теперь давайте-ка мы быстренько разберемся, что можем разобрать. Ну, тоже разобрать нафиг не нужно. Чао тоже разберем. И это разберем на пофиг. Мы убираем, стоку оставляем. Это бы я тоже убрал, наверное, честно говоря. Не вызывает каких-то позитивных эмоций. Оставляем и снова разбор. Так вот, все, у нас там обычно вагон компонентов. Вот оружие ближнего боя продадим. О, у нас катана 5 уровня есть. Прелестно. Все остальное продаем точно. Оружие, одежда, в принципе, нормальная. Тут всякую гадость можно продавать.
Кофе с молоком. Все нафиг не надо, спасибо. Черная дурь, жесть. Тут штуки, в принципе, пусть будут, хотя у нас погон, конечно, этих прицелов одинаковых. Не знаю, зачем они на таких количествах. Типа, можно было там продать по 4 штуки, я бы все по 4 штуки продал. По одному хочу оставить. Остальное уберем нафиг. То, что, наверное, снимать нельзя, но их же можно снимать, в чем прикол-то? Что такое? Модификация метательного оружия. Мне то... Ой, я что-то там и продавал лишнего, да? Вот это... Тоже вернем. А, вот, этот, наверное. Продавал. Что это? Гемоцид. Прекрасно. Циклон, налет, разные вещи. О, еще там параллакс. Дальность увеличивает. Понятно. Продаем лишнее. Тоже лишнее продаем. Ориентир. Тут что, зенит? Критическое попадание. Неплохо. Да, все тоже продадим. Немножечко. Ё-моё, сколько тут всего. Паритеты всякие, ловкость рук. Что? О, перемирие. Перемирие мы оставляем. Все, спасибо. И затем спасибо. Давайте на этом прощаться. Продолжим в следующей серии. У нас второстепенные здания продолжают попадаться. Но как мы все зачистим, потом будем выполнять дальше сюжетки. Я думаю, мы не будем всех здания всех фиксеров выполнять вот прям сходу. Потому что если бы я играл для себя, я бы сначала все второстепенные здания зачистил, а потом ушел чисто по сюжету. Я думаю, мы вот этот район зачищаем. Вот, с Дина. Вот задание Дина допройдем. Пару штук осталось, кажется, его. Возможно, задание Падре выполним. После чего сразу пойдем по второстепенным и сразу в этот, в сюжет. Такой план. За всеми с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.